Расположите свернутый презерватив на головке полового члена, сожмите двумя пальцами, чтобы так, то есть при одевании эта часть придерживается, остальное раскатывается по половому органу. Да, то есть, когда вы дома можете потренироваться, вы хотите просто разгадать на пальце. На пальце. Да. Сразу после эякуляции. Вспоминаем, что такое слово, что значит слово эякуляция. Семяизвержение. Значит, сразу после эякуляции извлеките половой орган, прижав к нему кромку презерватива. Вот эту кромку, когда снимают, придерживают. Вот таким образом, да? То есть еще раз обращаю внимание, что снимают полового органа возбужденного. Так. Дальше. Сверните использованный презерватив и выбросите его. Никогда не бросайте в унитаз. Да. Да. Я бы добавила для русской. И в окно. Да, в окно. Да. Потому что у нас летом на траву утром смотреть невозможно. И в марте тоже. Поэтому как поступает вот с этим изделием, когда оно использовано? Значит, аккуратно складывают, можно в этот пакетик, можно в бумажку. Так. И вообще-то в мусорное ведро. Вот так поступают культурные люди. Значит, в мусорное ведро. Если при вас, девушки, партнер вдруг выбросит в окно, делайте замечание. Войди,